Короче, слухи. В начале года произошло событие, связанное с исчезновением Татьяны Кравченко. Актриса не явилась на сцену гастрольного спектакля, что вызвало беспокойство как у зрителей, так и у коллег. Позднее Стас Садальский обвинил звезду сериала «Сваты» в алкоголизме. Сегодня в интернете появилось ее новое фото. На снимке Кравченко идет по улице, поддерживаемая двумя людьми. Свидетели утверждают, что артистка не в состоянии передвигаться самостоятельно. «Сегодня я ехала из Петербурга в Москву вместе с актрисой Татьяной Кравченко. У нее очень плохое состояние. Когда я зашла в туалет, увидела ее, сидящую пьяной на унитазе. Она забыла закрыть дверь. Очень жаль ее. Как видите, она даже не устоит на ногах. Ее буквально поддерживают с двух сторон», — сообщил источник. Он также указал на причину произошедшего. «Алкоголь может коснуться любого, как простого смертного, так и известную личность. Никто не застрахован. Нужно иметь смелость, будучи народной актрисой Эленкома, не приехать на спектакль в Питер. Позор, Господи!» — восклицал Садальский. Любите свою жизнь и подписывайтесь.